В Волгу выпустили молодняк стерляди. Чебоксарский речной порт таким образом решил компенсировать ущерб, нанесенный компанией водным биологическим ресурсом в результате добычи строительного песка за навигацию 2010-2011 года. Молодые рыбы выпустили в районе грузового порта Чебоксар и 4-километровой запретной зоны Чебоксарской ГЭС. Чебоксарское водохранилище заселили 37 тысяч мальков стерляди. До того, как отправиться в свободное плавание, молодняк жил на рыборазводном предприятии «Ютас», где и был выращен. До нового место обитания рыбу доставили на автомобиле, в кузов которого был установлен специальный контейнер. За время транспортировки и выпуска всех партий не погибла ни одна рыбка.